Новый способ стать миллионером придумали в Татарстане. Акушерка-гинеколог якобы смогла золотиться на садовых огурцах. Медицину женщина променяла на огород и не прогадала. Так решили в налоговой, которая однажды нагрянула на грядки. И была бы 58-летняя Раиса Абдуллина самой богатой пенсионеркой, если бы не суды и штрафы. Леонид Муравьев искал деньги в теплицах. Чтоб не стреляла, помидорчики кладу. Свое богатство Раиса Абдуллина хранит в банке, в трехлитровой. Всю свою жизнь огурцы она выращивает на огороде. Но 2 года назад, выйдя на заслуженный отдых, решила серьезно заняться фермерством. Скотоводством я не могу, тут физический труд нужен сильный. Там и заготовка сена, и убирать за ними. Это же не по мне. Это сезонная работа, во-первых, не круглый год. А со скотиной надо возиться круглый год. Пенсия у бывшего акушера-гинеколога 6 500 рублей. Огуречный бизнес должен был стать дополнительным заработком. Земли, а это 35 соток, Раиса Абдуллина выкупила у колхоза. Местные жители помогли соорудить большой парник, подвести газ. В феврале такой шквалистый снег пошел, сильный, с ветром, да? И вот эта вся сторона, отсюда ветер, да? Она все обвалилась у нас. Пока новоиспеченный фермер боролась с непогодой и вредителями, беда пришла откуда не ждали. Огуречным бизнесом заинтересовались в отделе полиции. Расследование было недолгим, и вот Ютазинский районный суд обвинил Абдуллину в незаконном предпринимательстве. Якобы пенсионерка утаила от государства 15-миллионный доход. В ближайшем городе Октябрьске до сих пор продают свежие местные огурцы. Их стоимость 70 рублей за килограмм. Оптовая цена у производителя в 3 раза меньше, около 20 рублей. Вот и не понимает Раиса Абдуллина, как она могла заработать 15 миллионов, то есть вырастить почти 750 тонн овощей. Местный прокурор говорит, что ошибки в расчетах нет. Действительно, огурцы Абдуллина выращивает 2 года. Но экономическую деятельность, строить теплицу, использовать газ, начала 5 лет назад. Статуса предпринимателя у нее тогда еще не было. В этом и усматривается нарушение закона. С показания осуждены, за газ они заплатили 10 миллионов 515 тысяч рублей. А здесь еще сидит и заработная плата работникам. Здесь еще сидит и, значит, затраты на пленку, которые они покупали. Вот. И вот здесь вот общая выручка составила более 15 миллионов рублей, которую мы доказали, которую мы смогли доказать. То есть, а прибыль, которая там была получена? То есть... Прибыль, это законодателю это не указывает на прибыль, не говорит о прибыли, говорит о доходах. В соседней деревне живет фермер Сырья Латыпова, выращивает гусей. Сейчас их более 300 голов, а начиналось все с 10. Когда из простого жителя деревни она стала предпринимателем, сама уже и не помнит. Добрые люди подсказали, что нужно оформить ИП. Вот сейчас у меня сын регистрировался как фермер, сейчас уж будет он вести. Я уже все, предпенсионный возраст. Раиса Абдуллина всех тонкостей закона не знала, но сейчас активно их изучает. Ютазинский суд назначил пенсионерке штраф в размере 100 тысяч рублей. Это решение огуречный миллионер, так шутливо сама себя называет женщина, намерена обжаловать. В противном случае тепличный бизнес из подспорья превратится в тяжкое бремя. Леонид Муравьев, Руслан Гафиатуллин, Альберт Сабиров, 5 канал, Татарстан.